Почему ты пошел на это, Мейсон? Зачем? Где я? Где Резнов? Нет. Не дури мне башку, Мейсон! Я знаю, когда ты врешь! 61-й, залив свиней, что там было? Там всех убили. Враг бесполезно, Мейсон. Мы знаем, что там был ты, Вудс и Боуман. Вудс. Боуман. Драгович! Ты помнишь Драговича? Кастро. Мы хотели убить Кастро. Ладно, все готово. Собирайтесь. Извини за бар, Карлос. Нет проблем, мы разберемся с телами. Люди выходят из машин. В руках дробовики. Боуман, Карлос, прикрывающий огонь. Будем пробираться через улицы. Мейсон, ко мне. Пошли. Комплекс.
Карлос и его люди должны напасть на аэродром. Уже сейчас. Это сигнал. Цепляйся! Вот так. Мейсон, надо сваливать! Мейсон, сюда! Спускайся скорее, цепляйся! Цепляйся! Заходи слева. Выдвигаемся. Мы пытаемся убрать его уже 3 года. Сегодня нас ждет успех. Registrado! Держаться вместе. Buen ojo! Ahí está! ¡Lo miro! ¡Mierda! ¡Lo gané! ¡Cierto! ¡Te escucho! ¡Te escucho! ¡Afirmativo! ¡Bueno! Отлично, сэр! Цель поражена! Это на пьяну! Пойду!
погиб. Т-26. Похоже, сами не знают, что поднять. Так вот, мы побыстрее. Цель должна быть впереди. Вас понял. Б-26 начнут бомбардировку. Цель должна быть впереди. Вас понял. Внутри движения. На позицию. Ну вот. История в наших руках. Поехали. Надеюсь, Карл
Карлос удерживает самолет. Он нас еще не подводил. Повстанцев вот-вот перебил. Спускайся скорее, цепляйся! Вперед! Вот, сейчас все рухнет! Валим оттуда, живо! Самолет под контролем? Самолет готов, но при взлете нас разнесут на куски. Это потом разберемся. Наших рук. Нет. Это был двойник. Мы узнали о вашем плане. Мы все знаем. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Но пусть он страдает. Такого страдания он даже не представлял. У меня есть идеи, американец. О, да. Это точно. Это была ловушка. Они знали, что мы придем. Этот сукин сын Драгович. Почему Кастро не убил вас? Зачем он тут Драговичу? Ведь Кастро и Драгович работали вместе. А, вы были подарком? Да. Да. Куда Драгович сдал вас? В Оркуту. Сущий ад. Я выживал. Что было в Оркуте, Мейсон? Собак! Американец! Виктор Резнов. Друг мой. Давайте работайте, сволочь! Ты бьешь, как баба! Или вы только через силу понимаете, собаки? Эй, сволочь! Вечно ты Резнов. Резнов. Мейсон, каждый путь начинается с одного шага. Вот, первый шаг! Такие люди! Мы возьмем Оркуту! Ура!
Различаемся. Все мы солдаты, лишенные армии. Забытый, покинутый. В Воркуте мы все здесь братья. Люди понимают, что это форменное самоубийство. Победа требует жертв, Мейсон. Мы русские. Знаем это как никто. Мейсон! Сюда!
занимался планированием, Мейсон! Мы не остановимся! Мы не усомнимся! Мы добьемся свободы! Или умрем! Сюда! Сергей! Сломай ящики с оружием! Мейсон, иди на вышку и поддержи восстание на юге! А ты, Резнов? Чтобы план сработал, каждый должен сыграть свою роль! Шаг 4. Освободить Орду! Мейсон! Товарищи! Время пришло выступить против тех, кто поработил нас! Да познают они мужество русского народа! Мы все проливали кровь за Родину! Мы ответили на ее зов без сомнения! Мы отдали свою молодость, свои сердца! Скоро прибудет подкрепление для защиты главного арсенала! Точно по плану. Как перейти к пятому шагу? Оружие Мейсона скоро будет готово! Стреляй по замку, Мейсон! Спаливай этот арк, чертовой матери! Yes!
Now!
Они пускали слезоточивый газ. Было нечем дышать. Мистер Резно при этом был с тобой. Он все время был со мной. Дверь удержит их ненадолго. Время на исходе. Там, где висят портреты лицемерных и подлых вождей Воркуты, лежит ключ к шагу 8. Свобода. После этого мы долго не встречались. Значит, ты сбежал, тебя принял Джейсон Хадсон из ЦРУ. Как он тебе поверил, зная, что Виктор Резнов помог тебе при побеге? Резнов был мой друг. Он не смог выбраться. Виктор Резнов был коммунистом. Как в ЦРУ узнали, что ты не завербован? Тестировали. Узнали, что я держался, и сейчас удержусь. Правительству нужен Драгович. Ты должен был убить его. Да. Еще многих. Я должен был убить многих. Кого? Кого, Мейсон?